Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня я поиграю в симулятор. Вы давно просите поиграть в какой-нибудь симулятор. И я нашел интересный симулятор. Кто еще не подписан на мою страничку Red Cat YouTube в Инстаграме, обязательно это сделайте. Ну а чем интересен, спросите вы, этот симулятор? Ведь он такой же, как и все. Дело в том, что это симулятор куки-боя. И поэтому сейчас я должен тут расписаться. Так, пишем на ноге. Здесь был Red. Или вот здесь. Так, здесь был Red Cat. Вот так вот. Все. Написал, расписался, отметился. Так, ну что, ребята, это будет первый мой взгляд на игру Куки-боя, который, ну, наверное, неделю или две, как ее запустил. Я был на премьере, но она, кстати, совпала с премьерой крутого папы Гертруды. Но, к сожалению, сразу же игра закрылась у Куки-боя из-за багов. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Так что, ребята, в первый день я поиграть в нее не смог. Потом немножко был занят другими видео. И вот сейчас, только спустя, наверное, неделю после выхода игры, после ее релиза, я наконец-то поиграю и посмотрю, что же тут напридумал у нас Куки-бой. Так, ну что, сама карта интересная. Она напоминает какие-то, скажем так, времена года. По крайней мере, смотрите, что у нас тут есть. У нас есть пустыня, вулкан, зима и лето. Прикольно. Так, ну что, давайте смотреть, что я могу. Я могу продавать. О, какой-то сундук. Это, наверное, дневной сундук? Нет? Эй! Ладно, не отчаиваемся. Идем в магазин. Сейчас мы что-нибудь полезное купим. Или пойдем погуляем. Давайте посмотрим. А, я сюда могу идти? Прикольно. Я думал, тут какие-то зоны будут, куда нельзя попадать, а тут, оказывается, это просто декорация, по которой можно погулять. Ну, не знаю. Пока, ребята, ничего интересного, прям такого удивительного я не вижу. Я думал, что Куки-бой нас чем-то прям удивит. Но, возможно, я чего-то еще не увидел. К примеру, как крутой папа очень солидную сделаю игру про Гертруду. Кстати, есть новое видео уже на канале, кто не видел, обязательно посмотрите. Я вам дам кодики, как вы сможете получить целых 5000 душ сразу и прокачать, к примеру, быстрый бег в игре. Так, ну что, я думал, что вулкан что-то делает, оказывается, тоже нету. Ладно. Так, ну хорошо, давайте тогда хоть какой-то баг поищем, что ли. Не может же быть, как тут... Я уже автокликер поставил, теперь мне надо как-то продавать. Кстати, звук идет, но видите, продажи не идут. Интересненько. Ну, я думаю, что все равно должен же быть какой-нибудь способ автофарма. К примеру, я купил себе VIP-сервер, и мне надо, чтобы автоматически все продавалось. Давайте посмотрим по кружочку. Походим. Может, где-то здесь есть. Обычно в симуляторах где-то... Тут тоже бывает, что можно. Неужели Куки-бой тут все прям запрятал? Пока нету. Ищем, ищем, ищем. Нет, смотрите, ребят, не получается мне ничего. Хожу тут по кругу, гуляю. На меня какой-то агрессивный напал школьник. Начинает меня убивать тут. Не? Не, нормально, вроде не убивает. О, смотрите, ребята, получилось вроде, да? Да или нет? Да, я вроде нашел это место, где можно фармить. Эй, не убивай меня, ты чё, чувак, ты чё делаешь? Гад такой. А. Печально, ребят, меня убили. Оказывается, что тут не сейф-зона, там, где продается, поэтому вас там могут спокойно убить. Ну, если как бы без випки, то это печально. Мне надо почти 2 миллиона, чтобы следующую стадию получить, чтобы мультиплеер, чтобы у меня все умножалось. Это довольно-таки много. Давайте посмотрим, что здесь. ДНК. Ну, все как бы стабильно. Обычный симулятор. Опять же таки, тут все тоже как в симуляторе лифтинга. Ну, не знаю, ребят. Я вот как-то разочарован, если честно. Вот смотрю игру, вроде как бы, да, я очень хорошо отношусь к Куки-бою, но в целом, ну, пока ничего интересного я не вижу, если честно. Так, ну, должен же быть баг какой-то. Я должен найти баг. У крутого папы я нашел баг, хотя он его уже пофиксил окончательно. Я сегодня видосик показывал, мне уже говорят, что все, там уже прям пофиксили, пофиксили. Теперь через сквозь
а двери войти вообще невозможно. Смотрите, ребята, видели, да? У меня 30 помещается, и периодически вылетает 37. Нет? Посмотрите внимательно. Ну, кто не видел, промотайте. Там было 2 раза мне вылетало 37, хотя у меня 30 максимум. Вот опять сейчас 37 было. Так, ладно, я по-прежнему буду искать. Я не сдамся, я тут все облажу, но должен быть автофарм. Я обязан найти автофарм в этой игре. Что? 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 Что, ребята? Да, я нашел его. Смотрите, ребята, тут сгорает, видите? Я делаю движение и автоматически продается. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребята, мне удалось найти баг в игре Куки Боя. Можете меня поздравить. Так, давайте купим нормальную ДНК, чтобы я не бегал каждый раз сюда. А сколько мне там? 399. Что тут можно? На 5000. Мне кажется, идеально. Вот просто идеально. Все. Ну что, ребята, я взял мячик, буду сейчас ходить прокачиваться с помощью автокликера и смотреть, что же интересного вообще в этой игре. Так, ну и, кстати, тут какая-то штуковина. Тут можно как-то быстрее прокачиваться. Я, кстати, в игре не вижу абсолютно никакой локации, где можно быстрее ускорять прокачку. Вот вообще смотрю, вхожу, все глаза высмотрел. Пока этого не вижу. Не знаю, есть ли они вообще здесь. Но хотелось бы понимать, как тут быстрее прокачиваться. Кроме геймпасса, конечно же. Игру назвал Куки Бой «Симулятор большого качка». Ну окей, название в принципе нормальное. Что касается геймплея, как я уже сказал, я не вижу никаких зон для прокачек. Я думал, что в каждой зоне тут определенная будет прокачка, либо же определенный доступ. Кстати, а что вот здесь вот? Ага, понятно. Здесь лава, и она меня убивает. Ну хорошо, лава убивает, больше туда не буду прыгать. Так, давайте я продам и себе что-нибудь еще куплю новенькое попробую. Я уже накачал 346 долларов себе. Попробую что-то ускорить. Что-то как-то я очень медленно качаюсь. Ну, попробую вот так. Так, а здесь что? Здесь, опять же, такие тренажеры, качаться нельзя. Качаться можно только вот так вот. То есть бицепс, да, качать. Никаких других вариантов нету. Я вот... Если честно, не критикую, как бы, да, я вот просто пытаюсь понять, за счет чего Куки Бой собирается продвигать свою игру, за счет чего она будет набирать много просмотров, лайков, визитов и так далее. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. А это очень много таких скелетиков разбросано по карте. Сейчас буду искать остальных. Тут еще какой-то НЛО я нашел. Она что-то встряла в гору, видимо, что-то с навигацией у НЛО было не так, и оно врезалось в гору. Окей, давайте идем дальше исследовать карту, посмотрим, что где еще интересненького тут есть. А, вот тут вот, смотрите, еще один скелет, вот тут вот забавно так, можно посмотреть, что он кушал. Он спрятался как бы в песок, зарылся, и к нему уже подползают две змеи. Прикольно. Симпатично это все выглядит, конечно. Ну и здесь вот у нас водопад. Это у нас летняя локация. Я так понимаю, что это у меня лето. Пустыня — это осень. Белая карта — это у нас зима. Ну а вулкан, судя по всему, это лето, наверное, все-таки, да? Потому что там очень жарко. А вот эта локация пускай будет весна. То есть 4 сезона у нас получается. Я здесь хожу по воздуху, это в принципе тоже довольно-таки неплохо. Почему бы и нет? Почему бы не побродить у нас по воздуху? Вот такой вот летающий я есть. Ну что ж, хорошо. Так, ну что, я в принципе все посмотрел, наверное. Осталось только еще на вулкан залезть. Мне очень интересно посмотреть, что же там в кратере находится. Можно ли туда опуститься и что там и как. Сейчас я, наверное, туда и отправлюсь. Так, здесь вот такие вот у нас блоки, такой мостик, и в принципе он никуда не ведет. Так что здесь, наверное, только умереть можно, да? Да. Что я успешно делаю. Так, ну хорошо, давайте немножко прокачаемся и потом пойдем к кратеру. Итак, резюмируя, что я увидел. Мне нравится карта сама по себе, очень красиво оформленная, дизайн довольно-таки симпатичный, ничего не глючит у меня, в принципе, нормально все открывается, все, ну, за исключением там некоторых мелких, скажем так, недочетов
принципе, карты сделаны хорошо, все работает, экономика игры работает, то есть тут мне все нравится. Единственное, самый большой, как по мне, минус, это очень схожая эта игра на качка у нас, который был раньше. Соответственно, пока на этой стадии, когда ничего нового в игре нету, то я думаю, что конкурировать эта игра вряд ли сможет, скажем так, с более продвинутыми, что ли, симуляторами качка. Что ж, ребята, в любом случае хочу сказать, что Кукибой молодец за то, что сделал свою собственную карту. Ну а пока на этом все. Спасибо, что смотрели. До новой встречи на канале Red Cat. Всем пока!